Представление начинается. На арене лошади статные и благородные, они грациозно ступают в такт завораживающей музыки. Вскоре становится понятно, они еще не на такое способны. А дальше под куполом цирка и вовсе начинается настоящее шоу. Воздушные гимнасты, акробаты, глядя на то, что творят артисты на манеже, трудно остаться равнодушным. Номера показывают профессионалы циркового искусства. Среди них и представитель династии Ян Польди-младший. В новой программе он сочетает жонглирование с эквилибром и ездой на моноцикле. Трюк достался по наследству. Тренировал этот трюк мне отец. С того дня, когда я первый раз взял чашку в руки, и вот до того дня, когда я вышел с ними на манеж, прошло где-то около 2 года. Жонглеры, забавные клоуны, а вот и главные герои новой программы – северные морские львы весом до 1 тонны, которые лишь с виду кажутся неповоротливыми и неуклюжими. На манеже они показывают настоящее мастерство жонглирования и, поверите ли, являются авторами своей же программы. Ласты поднимает, вот это ластами мячик держит, это ее личная придумка. То есть мы просто увидели, что у нее вот она задними ластами все время что-то делает. Кстати, в этом городе мы начинали, здесь хорошие полы в помещении, они когда мокрые, скользкие. Вот она самостоятельно начала что-то это делать такое, мы это подхватили. Большая часть зрителей на премьере – дети, которые живут в селах Курского района. В рамках благотворительной акции они получили билеты бесплатно. Сейчас возобновляем работу все цирки, да, и то есть вот эти акции это специально мы делаем, да, для того, чтобы о цирке помнили, да, и не забывали, потому что цирк это прежде всего это семейный праздник, да, то есть для детей положительные эмоции, радость. Шоу морских гигантов пробудет в Курске до 11 июля. Яркие костюмы, захватывающие трюки и спецэффекты. Все это лишь часть грандиозного действа, которое лучше один раз увидеть своими глазами. Ангелина Рязанцева, Виктория Шуваева, Геннадий Воробьев. События дня.